טוב חברים, אנחנו בינתיים נתחיל, זה עוד לא התחלת הכנס שלנו, נעשה את זה כאיזה שיעור מוקדם, ויש כאן, אתם בטח יודעים, יש מהמאמרי שמעתי, יש מאמר מאוד מיוחד, שזה נקרא עניין מטה ונחש. מאמר מאוד עקרוני, רציני, מאוד יסודי, שבאמת צריך להיות תמיד לפני האדם איכשהו הולך בדרך. שומעים אותי טוב? תרגום בסדר? כן? טוב. אז אנחנו נקרא קצת ממנו ונדבר. בינתיים יבוא אוטובוס, יבואו חברים נוספים, וגם כן אלו שהיום בינתיים צופים מהמקומות הרחוקים, עוד יתקשרו ויתחברו אלינו מחר. אני מקווה שהם יחד איתנו גם כן. אז בוא נקרא את המאמר, איזו קטעים לפחות ממנו החשובים, ונבדוק מה אנחנו יכולים לקבל את זה כהבחנות הנחוצות בדרך שלנו. בבקשה. אז אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, עמוד 574, מאמרי שמעתי, מאמר נ"ט, עניין מטה ונחש. ויען משה ויאמר, он ведь не поверит они мне. И сказал ему Творец, что это в руке твоей? И ответил, посох. И сказал Творец, брось его на землю. И бросил он. И обратился тот змей, и побежал Моше от него. Что это значит? Мы знаем, что все говорится в одном человеке, все в нем. Египет, фараон — это его эгоизм. Народ Израиля, те, кто хотят идти по этому пути, все устремления и свойства человека, он уже решил, что да, должны, нет выхода, он должен выйти из ощущения этого мира. Он хочет продвинуться к духовному. Есть одна точка в нем, она называется Моше, от слова Мошех вытаскивает. Его извлекли из Нила, Нил это или река, поток. Это вся суть, концентрат эгоизма. Когда извлекают оттуда точку определенную, эта точка называется Моше. Вот так дочь фараона, батя, дала имя ребенку Моше. Она извлекла Мошеха, вытащила его из реки, из потока, из Нила. И только эта точка существует внутри человека. Иногда она скрыта внутри остальных его свойств, а иногда немножко больше раскрыта, и тогда человек стремится больше к духовному. И все время он так находится в поиске. Как же все-таки он может направить себя, все свои силы, желания, мысли, разные устремления, свойства направить к духовному. И видит, что не способен. Увлекается в разные направления, впадает в разные мысли. Они отвлекают его в сторону или назад. Все это называется, что он находится в смятении. Они не поверят мне. Я не способен сосредоточиться вокруг этой маленькой точки устремления к духовному весь, целиком. Я не способен властвовать ею, моими свойствами, моими устремлениями. Нахожусь в слабом состоянии, они не поверят мне. То есть это хорошо, что все нужно собрать вместе, чтобы все скопилось, накопилось вокруг точки в сердце, искорка отраженного света, которая остается
в человеке, как мы учим при разбиении кельи. Искорка упала в каждый клей, в каждом желании есть искорка света от того экрана, который был прежде, того отраженного света, который был прежде. И это искорка Моше в человеке, а все прочие, все остальные свойства он не способен сосредоточить. Тогда человек не знает, что ему делать. Он видит, что он слаб во всей своей натуре. Тогда он как бы кричит Творцу: «Как же я могу достичь цели? Я нахожусь в бессилии». Тогда ему говорят, он как бы чувствует изнутри, есть понимание очень ясное в нем, с помощью которого он может продвинуться и присоединить к себе в точку Моше. Если человек отождествляется с Моше, а все остальные его свойства, мысли, устремления, он может сосредоточить к нему с помощью этого прибора, который называется Мате, посох или Нахаш, змей. У нас есть выяснение, с помощью которого мы можем выяснить наши устремления, свойства, желания, мысли, намерения и направить всех их к цели. Или он идет с посохом вперед, или этот посох превращается в змея и увлекает его назад. Если он продвигается к Творцу, эта сила называется посох. Если увлекается назад в свой эгоизм, то внутрь, в себя, то это называется змей. И следует пояснить, что здесь не более двух ступеней. Два состояния. Или святость к душе, или ситрахрань, нечистая сила. И нет средних состояний между ними. И тот же самый посох обращается в змея, если бросают его на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что шхина нисходит на деревья и камни. То есть деревьями и камнями раскрывается именно на простом и скромном желании, которые считаются в своих глазах, в глазах человека не столь важными. Поэтому вопрос. Творец спрашивает, что это в руке твоей? Рука означает постижение. Ведь иметь в руках, именно когда дает Творец недостаток важности, придает недостаток важности самым важным, в общем-то, вещам. Это называется, он свою шхину проливает на камни и деревья. То есть на вещи, которые находятся везде, человек на них не обращает внимания. Но если он понимает, что именно в них, если он сосредоточится, он может найти раскрытие Творца. Это называется раскрытие шхины. Посох, то есть все его постижения построены на вещах низких, мата. Это есть вера выше знания. Ведь вера в глазах здравого человека является чем-то неважным, низким. Вера — это отдача. Свойство бины называется бина. Ее свойство полностью отдача. Для человека отдача — это что-то такое, в чем он важности не чувствует. Все это уходит в посторонний келим. Из этого он не чувствует, что он делает что-либо. И сколько бы он ни делал, все это уйдет от него. Не останется у него ничего. И человек уважает все, базирующееся на знании, на фактах. То есть вера внутри знаний. Если же разум не в состоянии постичь чего-либо, или постигаемое противоречит его пониманию, то человек должен сказать, что вера для него важнее и выше его знания, понимания, осознания. Получается, что этим он умаляет значение своего разума и говорит,
что если его понятия противоречат пути Творца, то вера для него важнее, выше знания. Потому что все, что противоречит пути Творца, не стоит ничего, не имеет никакой важности в его глазах. Как сказано, глаза у них, но не видят, уши у них, но не слышат. Человек свойство отдачи не может оценить высоко, потому что это внешние килим вне меня. Они, насколько я действую в отдаче, я не вижу, что хоть что-нибудь сделал. Не могу отмерить этого. Это находится где-то там, вне меня. В то время как получение внутри знания, я чувствую, я наполняюсь, тогда я это высоко ценю. Таким образом, что я сейчас пока нахожусь в своих свойствах, внутри знания, мне это важно, а выше знания, то есть вне меня, отдача не важна мне. Как же я могу объяснить своим свойствам, желаниям, намерениям, что отдача — это действительно, наоборот, гораздо важнее, чем получение? То есть человек аннулирует все, что видит и слышит, все, что не согласуется с путем Творца, и это называется идти верой выше знания. Но это выглядит в глазах человека как низкое, неважное, недоразвитое и незрелое состояние. Тогда как у Творца вера не расценивается как неважное состояние. Это только человеку, не имеющему иной возможности и обязанному идти путем веры, вера кажется неважной. Но Творец иначе. И поэтому, когда Муше говорит, как я могу отдавать в желаниях, которые полностью нацелены на получение, как я могу пользоваться намерениями, мыслями, которые все требуют какого-то укрепления, чтобы это было в них, как я с ними буду работать в обратном режиме, вне себя, ближнему, как бы в пустоту, не слышат меня все мои свойства. В то время как Творец мог бы воцарить свое божественное присутствие, Шхину, не на деревьях и камнях. Однако выбрал он за основу именно путь веры вопреки знанию. То есть почему Творец устроил нам такой путь, что мы должны преобразовать важность, изменить природу, начать высоко ценить свойства, качества совершенно неощутимые в нас, внутри наших естественных килим. И, конечно, он все это выбрал потому, что это обещает ему наибольший успех. Получается, что у Творца вера не является неважной, наоборот. Именно у этого пути есть многочисленные преимущества. Но у творений это считается неизменным. То есть мы, творения, нам это важно, как мы получаем. Скажи мне, отдай кому-то что-либо, а что я получу с этого? Это мне понятно, на это я готов. От этого у меня будет энергия, я смогу выполнять. Если просто скажешь действовать в отдаче, без всякой потребности для себя, я ничего не смогу сделать, это антиестественно, это невозможно. Почему же Творец сделал так, это вопрос задается. А если человек бросает посох на землю и работать желает с более высоким для него свойством, то есть внутри знания и пренебрегает путем выше знания, потому что эта работа ему кажется неважной, то немедленно из Торы и его работы получается свойство змей, воплощение первородного змея. То есть, если мы пользуемся наукой Каббала, всем тем, что мы изучаем,
таким образом, что мы для себя хотим получить, быть умнее, быть более учеными, лучше понимать, чувствовать, приобретать. Все это естественно, что мы так делаем. И выхода у нас нет. Конечно, мы так действуем. Невозможно от нас требовать ничего иного. Но это называется свойство змей, нахаш. И Творец, высшая сила, устроила так, что и змей этот, нахаш, помогает мне. Нету зла вообще. Все это направлено на ту цель, и только ради этой цели на нее направляет две силы. Прямая сила к цели называется посох, мате, вера выше знания, выше моего эгоизма. И если я могу продвинуться, то хорошо. Если нет, наоборот, если я все-таки думаю для себя, на собственную выгоду, это превращается в змея, и он как бы поглощает меня. Но через него я все-таки прихожу и устремляюсь по этому пути, но образом более далеким. Больше проблем, разочарований, но все-таки оба они, и то, и другое, приводят меня к цели. Главное — работать. И не бояться, даже змея. Упал? Упал? Ты упал. Упал посох на землю. То есть отдача, любовь к ближнему, продвижение к этому перестало быть важным для тебя. Упал ты. Это называется посох упал на землю и превратился в змея. Никаких проблем, схвати его. Он снова превратится в посох. И есть только посох или змей, одно из двух. Главное, ты все время был в этом понятии, что это в твоих руках, или посох, или змей. И поэтому сказано, всякому гордецу, говорит Творец, не можем ты и я быть вместе. Причина же именно в этом, что шхина покоится на деревьях и камнях. Поэтому, если человек бросает свойство посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, это уже гордость, то есть змей. И нет ничего иного, кроме посоха святости или змеи нечистоты, потому что вся Тора и работа, если низменные они в глазах человека, и были они как посох, теперь становятся змеем. Известно. То есть иногда идешь по пути, даешь, стараешься, действительно, в тенденции к отдаче, к какому-то сближению, потерять свое «я» ради группы, внутри товарищей. И в то же время все, что ты сделал, в итоге думаешь, а что я получу, а что мне с этого? Все превращается обратно в змея. То есть каждый раз посох больше, змей больше, посох больше, змей больше. И вот таким вот образом, по сути, в одном из этих двух состояний постоянно находится человек, колеблется между ними. Но самое главное, это вот это выяснение между этими двумя состояниями. Не терять их, этого выяснения. Потому что иначе человек находится вообще вне колеи, вне направления. Находиться в постоянном анализе относительно духовной цели. И известно, что у нечистой силы, ситрахра, нет света. Поэтому и в материальном у желания получать, у эгоизма, ничего нет, кроме желания, не получающего никакого наполнения. Эгоистические желания всегда остаются ненаполненными, без наполнения. И поэтому получающий сотню желает две сотни и так далее. И умирает человек, не достигнув и половины желаемого. Потому что во время сокращения, цимцум алев, первого сокращения, как мы изучаем, в келим получения не может присутствовать свет. Как это происходит на высших ступенях, точно так же должно происходить и на низших ступенях. Поэтому
от мира бесконечности, от того цимцума, сокращения, которое совершился там, и до самого желания получать низкого не может быть раскрытие света самого по себе, просто сам свет — это сила отдачи. И такое не может произойти, потому что это одно отрицает другое. Духовный мир, все миры, творец, все это находится только в тенденции извне, наружу от желания. То есть не извне, простите, наружу. Поэтому все наши желания, когда мы хотим наполнить желание получать, это впустую. Но из нашего усилия, когда мы хотим его наполнить, то есть благодаря этому свету, этот свет как раз увеличивает желание и оставляет его опять пустым. То есть, как написано, желал получить на 100, а получил хисарон на 200. И так это, так и остается человек в отсутствии всего. И это следует из высших корней. То есть корень клипы — это получающий килим. И за 2000 лет там нет, на 6000 лет там нет исправления. Над ними действует цимцумалев, первое сокращение. Поэтому в этих желаниях нет наполнения. Они соблазняют, подговаривают человека притянуть свет к их ступеням. И тогда всю жизненную силу, весь свет, который человек получает от чистой стороны за свою работу в отдаче, забирают нечистые эгоистические желания. Вследствие этого они обретают власть над человеком тем, что дают ему подпитку в этом состоянии, не позволяя выйти из него. То есть есть у них власть над человеком тем, что они дают ему подпитку в этом состоянии, не позволяя выйти из него. То есть функция клипот — расширить наши килим до той меры, в которой мы действительно начнем слышать, начнем действовать в отдаче. То есть подготовить нас к такому состоянию, когда мы поймем, что мы не можем просто наполниться. Когда я пойму, что за счет моей эгоистической работы, я имею в виду в группе, мы не говорим сейчас о мире, вообще об этом не идет речи. Мы не находимся, мир сам по себе не находится ни в каком контакте вообще с духовным. Но если я уже пришел, учусь, нахожусь в группе, соединяюсь, делаю все, что нужно и стараюсь, то вот каждый раз в этом старании я падаю в клипу и отчаиваюсь, и вновь стараюсь, вновь отчаиваюсь. И вокруг этого мы ходим месяцы, иногда годы, и это все благодаря тому, то есть из-за того, что мое кли растет. И когда оно достигает достаточной меры, тогда я вместе с этим получаю также меру этого всего отчаяния с вопросом, что же будет. Становится большое кли у меня образуется, и горечь с вопросом, что делать. Это то состояние, когда благодаря клипе, именно благодаря ей, я достигаю этого решения, этого состояния, этого ощущения. Без этого я бы не мог продвигаться. То есть мы должны понять, нет зла как такового в действительности. А наше существование, оно должно быть таким, между клипой к душой, святостью, то есть между посохами змей, между наполненными килим и огромным стремлением, желанием, хисароном к отдаче. И поэтому из-под такой власти нечистой силы человек не может продвигаться, потому что нет у него нужды в более высокой ступени. И поскольку нет у него нужды, не может двинуться со своего места, сделать даже самого маленького движения. И поэтому он не может
различить, идет ли он в святости или наоборот, поскольку ситрахра дает ему силы для работы с большей энергией и мощью, поскольку сейчас он работает внутри знаний. И поэтому есть у него место для работы не со стороны ничтожности. И поэтому человек так остается под властью ситрахра, нечистых сил. Но чтобы человек не остался под ее властью, Творец сделал исправление. Если человек оставляет свойство посох, он тут же падает в свойство змей и тут же впадает в неудачи. Нет у него никакой силы укрепиться, кроме как если снова получит свойство веры, которое называется ничтожность. То есть мы достигаем различных состояний, отчаиваемся, у нас нет никакой надежды, нет уже силы. И мы же ведь находились во всем этом процессе, ходим по спирали, и надоело, нет никаких шансов, кажется. И это состояние, оно обязательное тоже, которое мы должны раскрыть на нашем пути, и именно благодаря этому, исходя из этого состояния, мы можем подняться дальше. Это очень важный момент в нас. Есть такие люди, которые должны перейти этот рубеж очень таким тяжелым образом. А есть люди, которые просто взаимовключаются с остальными и проходят это лучше, легче. Но в группе, когда есть и такие, и сякие, у нас, например, есть люди, которые находятся 15 и больше лет, есть такие, которые только год-полтора, может быть, недавно встретил товарища, который неделю назад начал заниматься, говорит, я вдруг раскрыл для себя такой весь воодушевленный, но скоро он нас раскроет и змея, кроме посоха. Но так или иначе, когда эти люди приходят новые, они раскрывают это с новой ясностью, потому что им уже как бы проложен определенный путь. Так же, как и мы пришли на определенный проложенный путь предшествующим нам, каббалистам. И все мы находимся в одной этой единой системе, таким образом каждый раз восполняя друг друга. И приходим либо к посоху, либо к змею. Самое главное, различать, что во мне действует сейчас. В соответствии с этим получается, что именно сами неудачи приводят к тому, что человек принимает на себя свойство мате, посох, то есть свойство выше знаний. Получается в связи с этим, что сами неудачи приводят к тому, что человек принимает на себя снова свойство мате, посох, то есть свойство веры выше знания. Потому что без достаточного количества провалов человек не сможет выйти на верный путь преодоления, верное мировоззрение. У него не будет возможности ухватиться за посох и ступить вперед. Все это возможно только благодаря тому, что достаточно провалов пройдет он, падений, и они как раз придадут ему, накопят в нем силу. И это то, что сказал Моше. Но они же не поверят мне, что означает, не захотят принять на себя путь работать верой выше знания. Они не поверят мне, то есть все мои свойства, все мои силы, стремления, намерения, все, что есть во мне, кроме одной маленькой точки, с которой я все время хочу прорваться вперед, кроме этого, весь этот балаган, который творится во мне, рвется вперед.
мое сердце, мой разум не слушает меня, утаскивает меня каждый раз каким-то образом в сторону. И я знаю, что я иду на поводу этому всему и не знаю, что делать. Что же делать? Тогда Творец говорит ему: что у тебя в руках? Посох? Брось его на землю, тогда сразу превращается в змея. То есть между посохом и змеем нет промежуточных состояний. То есть хочет действительно двинуться вперед, броситься в сторону отдачи, чтобы не оставаться в своем эгоизме и только находиться в этой тенденции. Либо совсем наоборот. Ты должен быть очень и очень, как сказать, таким селективным. Должен стоять на точке выбора, точке выяснения, где тебе находиться. Об этом сказано. Либо перевесишь себя на чашу заслуг, либо прегрешений. Мы всегда находимся вот на этом лезвии бритвы, через ближнего идти к Творцу, доставляем отдачу, и в этом найти свою вторую природу выше своей нынешней природы. Либо я утягиваюсь назад, обратно, будучи погребенным потоком жизни. То есть между посохом и змеем нет промежуточных состояний. И он должен знать, или он находится в святости, или в ситрахра. И получается, что нет другого совета, кроме как принять на себя свойство веры выше знания, называемое посох. И этот посох должен быть в руках. И не отбрасывать этот посох. И это то, что написано: «И расцвел посох Аарона». Когда мы каждый раз должны держать этот посох, то есть контролировать его. Куда, глядя куда, иду я, куда мое направление. Хочу ли я родиться, хочу ли я выйти, вылупиться из своего эгоизма в это новое пространство, называемое отдача. Или же я все-таки продолжаю свою тенденцию оставаться внутри этого района эгоизма. То есть весь тот расцвет, которого он удостоился в работе Творца, был именно на основе посоха Аарона. И это было для того, чтобы служить нам признаком, чтобы знать, идет ли человек правильным путем или нет. Возможности узнать, какова основа его духовной работы, то есть на какой базе он работает. Основа его посох — это святость. Если его основа внутри знания, то это не путь достижения святости. Святость — это отдача. Как вера, так и святость, отдача. Это все синоним, да? Как сказать на иврите? Синонимы. Но в самой работе, то есть в его Торе и молитве, нет никакого признака, работает ли он на Творца или ради себя. И более того, если основа внутри знания, то есть работа основана на знании и получении, то тело, желание, дает силы работать. Он может учиться, молиться с огромным рвением и настойчивостью, ведь действует на основе внутри знания, согласно разуму. Тоже, если человек молится, делает различные действия, как мы видим это среди религиозных людей, относящихся, ну, те, которые считают, что что-то могут заработать, там, этот мир, следующий мир, здоровье, успех в бизнесе и так далее.
которые могут как-то наполнить свой эгоизм, тогда у них, конечно, рвение, топливо, есть ради чего работать, бороться. В противовес тому человеку, который идет к свойству отдачи. В чем его основа? Что он выиграет? Все с этого смеются. Никто это не ценит. Ну как? Как ты об этом даже расскажешь? То, что ты хочешь всех любить. Внутри нашего эгоизма все эти вещи вообще не кажутся нисколько рациональными или имеющими какой-то резон или реализацию. Пока мы действительно не входим в это духовное пространство и видим, что природа является полностью, абсолютно обратной тому, что нам казалось бы. И только наш маленькая точка находится в свойстве получения, а все остальные миры, они построены по свойству отдачи, по свойству Творца. И только в нас ощущается это как эгоизм, хотя в этом на самом деле нет никакой реальности. Тогда как, когда человек идет путем исправления, то есть основывается на вере и отдаче, то он нуждается в большой, особой подготовке, чтобы святость светила ему. А просто так, без подготовки, его тело не даст ему силы работать. Но если святость светит нам, светила бы нам, то мы бы гнались за ней так же, как и за получением. Пускай будет отдача, мне все равно, лишь бы заработать. Это называется отдавать ради получения, но это готов каждый. Так же, как и получение, только таким косвенным образом. Есть много таких людей, которые помогают друг другу, делают всякие дилетантические действия. Мир их почитает, ценит. И мир считает, что да, действительно, вот это отдача. Хотя на самом деле все эти действия не имеют в себе ничего настоящего, доброго, а лишь одну ложь, когда мы хотим наполнить себя просто таким образом. Поэтому к этому есть все силы это делать, еще больше, чем у остальных. Если я хочу просто получить ради себя, тогда это все понимают. А то, что я отдаю и за это что-то получаю, какое-то наслаждение, ну, это уже думают, что это нечто особое. Ну, так ведет себя мир, и духовное абсолютно обратно этому, когда человек делает расчет только на отдачу, а на получение совершается цим-цим. И ему необходимо постоянно прикладывать усилия. Ведь его природа — это получение наслаждения и получение внутри знания. Поэтому, если его работа на материальной основе ради себя, он никогда не испытывает в ней никаких трудностей. Он говорит, что наш корень — это получение внутри знания. Что это значит? Тут есть два определения. Наш корень — это получение, когда я получаю. А внутри знания — это означает, что я понимаю свое действие, планирую свое действие, выполняю свое действие и за это получаю то, что надо. То есть мне абсолютно ясно, на что я иду. Я иду на то, чтобы своровать что-то, поменять одно на другое, заработать что-то. Но мне точно ясно, что мне будет с этого. Я совершаю расчет в своем разуме, в своем чувстве, как здравый, серьезный человек. И это называется, что я работаю в получении и внутри знания. По своему знанию, по своему разуму получаю. Это нам понятно, это очень даже чтится всем миром. Тебя почитают как сильного человека, который знает, что он хочет от жизни. В то время как, если мы
будем делать расчет уже не по получению, а по отдаче. Чем больше я отдам от себя силами, намерениями, мыслями внутри себя, внутри желания своего, и чтобы это стало не просто выше знания, то есть наоборот моему предыдущему расчету, но и даже результат всего этого остался бы где-то там, не вернувшись ко мне. И это как бы уходит у меня как песок сквозь пальцы, как будто я выкидываю это куда-то, просто в море выкинул, и все. Вот человек, который планирует такое действие, он не видит никакой возможности на то, чтобы совершить такой поступок. Как, по какому мышлению я направлю свое желание просто так взять, выкинуть, отдать выше разума, так, чтобы разум здесь, что ли, не работал, или, может быть, работал, но наоборот. У нас к этому нет никаких, как бы, предпосылок, инструментов, келим, мысли. Мы не устроены таким образом изнутри, чтобы я мог спланировать себя таким образом, чтобы это сделать, нечто такое. И здесь действительно человек находится в бессилии и начинает видеть, что обязан получить помощь свыше, что свет обязан возникнуть, пройти через него, и только он, только Творец, который раскроется в нем, это называется светом, Творец, который раскроется изнутри, как бы поднимет внутри меня вместо старой программы, поднимет новую. И тогда совершенно иным образом я смогу начать относиться к действительности, к себе, к своим мыслям, к намерениям. Я вдруг начинаю мыслить иначе. Совсем не так, как прежде. Это даже невозможно заранее просчитать, понять, пока это не возникнет. Поэтому это называется новым рождением. Рождение — это нечто не существовавшее прежде, и вновь в тебе проявляется новое функционирование, новая программа, новая власть. Поэтому, если его работа на материальной основе ради себя, он никогда не испытывает в ней никаких трудностей. Но если основа его работы в отдаче, выше разума, знания, то он должен быть... Земное имеется в виду, что если он работает, тогда все понятно. А если это отдача, то он уже ничего не понимает, у него нет никакой базы, никакой основы, чтобы выполнить это действие. То есть он должен постоянно прилагать усилия, чтобы не упасть в работу ради себя, основанную на получении, а не отдаче. Если бы там было хоть что-то, тогда бы зубами, может быть, как-то держался бы за это, но не за что уцепиться. То есть это настолько все воздушное, абстрактное. Да, ведь я абсолютное желание получать, а тут это абсолютная отдача. Я не могу это уловить, это иные частоты. Это существует вместе с нами в нашем мире, но я это не обнаруживаю никоим образом. И ни на миг не может он упускать из виду эту опасность, иначе мгновенно падает в корень желаний материальной ради себя выгоды, называемый прах и пепел, как сказано, ибо прах ты и в прах возвратишься. Так произошло после нарушения запрета древа познания. Человеку дана возможность анализа и проверки, идет ли он правильным путем в святости или наоборот. Этот признак дает нам книга Зор. То есть, если я... Мы говорим так или иначе о тех, кто уже учит, занимается наукой Каббала, находится в группе. О других мы вообще нечего говорить. Они продвигаются своим обычным земным эгоистическим желанием без никаких
пониманий, пока не достигают усталости от жизни, отчаяния, и это только будет первым предварительным всему этому процессу этапу. Но если человек находится уже в серьезном вкладе, тогда все его действия, земные, эгоистические, так или иначе приводят его к верным определениям. Змей помогает. Фараон, сказано, продвигает человека к духовному. Все эти силы, все эти действия, все они направлены на то, чтобы продвинуть человека. И не может быть плюса без минуса. Оба они двигают человека к цели. Вопрос только, с какого момента в человеке возникает эта точка анализа, находится он в посохе или в змее. Мы видим, что даже по истории в Торе это не моментально происходит, это происходит уже по выходу из Египта только, когда человек уже приподнимается к духовному. Тогда человек получает это определение посоха и змея. С этого момента и далее он уже должен быть очень осторожным, как бы. Не упускать лишнего времени, находиться в постоянном выяснении, анализе, все время держать свой эгоизм в форме посоха. И не поддаваться ему, не давать ему становиться змеем. Этот признак дает нам книга Зор. Именно на основе веры, называемой посох, удостаивается человек умножения плодов своего труда в Торе. Поэтому сказано, расцвел посох Аарона. То есть, у меня не получается прийти к духовному. И никогда не получится таким образом. Потому что у меня изначально нет никакой поддержки, предпосылок к этому. Но прийти к верному ощущению, пониманию того, что у меня это не получится, вот для этого ощущения я должен вложиться полностью, достигнуть полной чаши усилия, наполнить ее. Поэтому фараон, змеи, все утяжеления мои, эгоистические свойства, которые раскрываются во мне, они обязательно должны проработать во мне, они будут работать во мне верно только при условии того, что я буду делать еще и еще усилия за усилием в намерении отдачи, иначе все эти силы не пробудятся во мне. Иначе они не будут держать меня за ноги, я не почувствую их. А людям кажется, что, ну, вначале, что это все просто. И лишь те, кто проходит все этапы подготовки, которые называются Египет, все этапы раскрытия эгоизма, насколько это властвует над ним, ощутив, что на самом деле это является властью фараона, вот те люди тогда не чувствуют и могут выйти. Поэтому сказано, расцвел посох Аарона, что явно показывает, что цветение и рождение плодов приходят именно путем посоха. Каждый день, как в то время, когда, вставая со своего ложа, человек умывается и очищает тело свое от нечистот, точно так же он должен очиститься от нечистот духовных, от клипот, то есть проверить себя, совершенен ли его путь посоха. И такую проверку он должен проводить себе постоянно. А если он лишь на мгновение отвлекается от этого анализа, тут же падает во власть ситра-ахра, нечистых сил, называемых желание наслаждаться ради себя, и он немедленно становится их рабом. Ведь в соответствии с правилом свет создает кли, насколько человек работает ради получения для себя, в этой мере ему становится необходимо стремиться только к эгоистическому получению, и он отдаляется от отдачи. Отсюда можно понять сказанное мудрецами: «Будь очень и очень смиренным». И тогда я уже проверил, ничего этого не стоит, этого я не могу, есть еще всякие дела,
Здесь должна быть определенная мера низменности, самоотмены, понимания того, что нет выхода, некуда бежать. Я обязан принизить себя, склонить себя и продолжить путь. И что бы ни произошло, пускай происходит. Что будет, пускай так и будет. Но после жизни, после конца жизни, я смогу сказать, что сделал то, что мог. Принижение, отмена без каких-либо условий. И почему же так громко сказано? Очень-очень. Но дело в том, что человек становится зависим от окружающих, в том, чтобы получать от них почести, уважение, одобрение. И даже если вначале он получает это не ради наслаждения, а, например, ради уважения в Торе, и уверен, что нет у него никакого стремления к почету, и потому можно ему принимать почести, ведь не для себя он получает, несмотря на это, нельзя получать почести по причине того, что свет создает кли. То есть весь заработок, все виды заработков, которые человек может получить на своем пути, находясь в группе, в учебе, когда его ценят, когда он понимает что-то, чувствует что-то, когда выходит с урока, с Ешиват Хаверим, заседания товарищей. Здесь он должен получить два ощущения. Величие Творца, низменность себя, низость себя. И сделал ли я шаг, верный шаг к отдаче, и не получил от этого ничего. А если будет делать различие только в одном, не относясь к другому, ко второму понятию, то это не то. То есть отмена, низость своего «я», ее нужно выяснить, когда действительно мне ничего нет, если я не удостоюсь возможности отдавать. Не то. Как сказать «не то»? То есть в чистом виде, в абсолюте. Поэтому после того, как получил почести, уже начинает желать их, и значит, уже находится во власти почета, и очень тяжело освободиться от почета. А вследствие этого человек отделяется от Творца, ему трудно склониться перед Творцом. А чтобы достичь слияния с Творцом, человек должен полностью аннулировать себя перед Творцом. И поэтому сказано «очень-очень», где первое «очень» означает, что нельзя получать почести ради собственного удовольствия, а второе «очень» добавлено потому, что даже если не ради себя, все равно запрещено получать почести. То есть, насколько только можно максимально точно, максимально верно представлять себе, что у меня нет ничего, и не желаю, чтобы было, кроме ощущения того, что я нахожусь между всеми, там, вне себя, среди них, и там мое истинное место. Чем больше он вот в этом направлении совершает действий, тогда это действие, эти действия становятся все ближе к отдаче. Вопросы? Это тяжело. Может быть, непонятно. Может быть, стоит подвести какой-то итог. Ну, давайте пока начнем по вопросам, как вы захотите дальше.
У нас вот здесь, вот рядом с камерой, подходите, стоит микрофон, видите? Вот вам сигнализируют. Вот, да, малиновая шапочка такая-то. Сигнализирует. Подходите туда, к микрофону. Если человек продвигается, то каждый раз он поднимает другого змея. От какого-то там ужа до черной гадюки. כמה שאני מבין נכון, ככל שאדם מתקדם, אז כל פעם מתגלה נחש יותר ויותר ארסי בתוכו. נכון. верно. В многих местах написано, я бросаю, должен бросить посох. Почему бросить посох? Или это тонкость перевода? הוא שואל למה בהרבה מאוד מקומות כתוב שאני צריך לזרוק מטה? Бросаю посох, он становится, это как падение, я сам его готовлю, получается? Нет, мы не отбрасываем посох, чтобы получить змея. Это как учеба. Тора нам рассказывает, как мы учимся этому. Если мы оставляем посох, мы получаем змея. Если мы правильно хватаем змея, он опять становится посохом. Но не то, чтобы мы отбрасывали посох. Он совершенно прав. В вопросе это идет как бы как учеба, упражнение. У него вопросы очень точные. Да, Миш. Мой микрофон. Раз, раз. Ага. Кто там с микрофоном? Раф. Хаке, хаке. Погоди, погоди. Все от Творца, да? Ну, еще немножко. У меня такой вопрос. Вы вот два дня назад вам задавали вопрос на уроке. Если между двумя товарищами есть... ну, там, неприязнь, ссора и так далее. Должны ли они перед Конгрессом помириться? Вы сказали, что да, это желательно, обязательно, иначе просто ничего не будет. Рав, шалу утха лифне йомаим, האם יש, אם יש מן שני חברים איזשהו מתח, מריבה, ריב, האם הם צריכים להשלים לפני הכנס? ואמרת שכמובן שכן. הם חייבים להתעלות מעל המתח. Они обязаны подняться над этим состоянием, даже не выясняя, что там выяснять, кто прав, кто не прав. Их эгоизм играет с ними, Творец играет с ними, подстроил им какое-то действие. Ничего человек в этом мире не делает, Творец все устраивает. Надо это понять обоим и подняться. Конечно, здесь такого не может быть, что есть здесь люди, у которых взаимное отталкивание. Запрещено, чтобы они находились здесь. Они мешают всем, и в соответствии с тем, сколько они всем мешают, что это возвращается к ним во много раз больше, совершенно не стоит этого делать. Если кто-то не хочет, один из двух, выкинуть его отсюда, вывести наружу. Я совершенно серьезно говорю. Не может быть такого, чтобы здесь были люди, которые ненавидят друг друга по причине материальных... По причине духовной ненависть раскроется, это вещь велика. Но не может быть. Я обязываю всех просто подняться. Мы должны подниматься. Это и называется высшее знание. Подняться и все. Как может быть, если мы говорим, нет никого, кроме него, мы пришли в такое состояние, и все еще есть такие... случаи. Это с одной стороны. С другой стороны, это не говорить, например, ты знаешь, что ты мне должен? Я тебе когда-то дал $1000, а ты позабыл, ты мне должен? Так я не забываю. Ты не забываешь. Только это не мешает нам сейчас объединиться и продвинуться. Ты понял? То есть,
если есть материальные расчеты, вот такие простые, они остаются. Они не мешают нам сейчас объединиться. И все. Мы обязуемся восполнить после Конгресса все эти расчеты, но не то, чтобы сейчас... То есть долги одного человека другому Йом-Кипур не списывает. Это вещи, которые ты обязан вернуть, обязан восполнить. Но это не является беспричинной ненавистью, как мы и говорили, когда мы должны восполниться и подняться. Нет, нет, нет. Это в зависимости от того, о чем говорится. О чем говорится. Если говорится, когда один должен другому в чем-то, а долг остается. Но вещи, чтобы мы не могли разговаривать друг с другом, ненавидели друг друга, запрещено, чтобы было. Как такое может быть? О каких вещах в этом мире может идти речь? Я могу сейчас кричать, злиться на кого-то из-за саунда, звука, еще из-за чего-то. Но это не должно мешать нашему объединению. Я не знаю, как это передать. Короче, обязаны восполнить все это. По крайней мере, на время Конгресса, не знаю, если вы не понимаете. По крайней мере, на это время. Обязаны. Иди к нему и скажи, если он не слышит, что я обязываю. Нет, приходи ко мне, скажи, что он не хочет. Выведем его, устраним. Нет такого. Мы должны научиться, как подниматься выше таких расчетов. Если не говорится о технических вещах во время работы, распространение, где каждый обязан четко выполнять, мы все от этого зависим. Это наше предприятие, это понятно, но все прочее. Вещи земные не относятся к распространению, не относятся к духовному пути. Четко нет. Все прочее не существует в духовном. Запрещено нам волочь за собой это. Дальше. Вот скажите, мы сюда приехали объединиться, наша цель — объединиться все вместе. Нет. Нет, еще не вопрос. Но это не цель. Мы собрались здесь, чтобы раскрыть между нами свойство отдачи. Свойство отдачи. В свойстве отдачи в этом. Свойство отдачи — это раскрытие Творца. Творец и свойство отдачи — это одно и то же. И мы хотим почувствовать, насколько мы в этом раскроется источник, как мы ему этим доставляем удовольствие. Раскроется там особая сила, разум, чувство, общее наше, оно называется Творец. Общая радость, постижение. Для этого мы приехали. Объединение не является целью, это только средство. Да? А как два человека могут раскрыть одно свойство, если они не будут объединены, если они не будут одинаковы по свойствам, что вот Азура... Как два человека могут раскрыть одно и то же свойство, если они не будут подобны по свойствам? Как они объединятся? Мы никогда не тождественны друг другу. Мы все разные. Но каждый, который по своей природе хочет отдавать, то есть передать себя всем, в этом каждый становится равным всем. Тогда все объединяются воедино.
Я не очень точно понимаю вопрос. Свойство отдачи невозможно. Как продолжить здесь? Свойство отдачи означает, что вывожу себя из тела, из губ. Мое «я» выходит наружу, там раскрывается в этой отдаче, в этом устремлении. Я обнаруживаю, что вся реальность является свойством отдачи. Эта сила присутствует во всех, оживляет все, поддерживает все. Все существует на этой энергии отдачи. Из получения ничто не может существовать. Получение — это все время впитывание, впитывание, впитывание. Из этого не может существовать ничего. Сила жизни — это сила отдачи. Когда я выхожу вовне, когда я выплескиваю из себя вовне, я начинаю раскрывать, каким образом мир, то есть шхина, это то место, где раскрывается Творец, свойство отдачи. И с помощью этой силы все существует. Существуют миры. Невозможно объяснить, что а наш маленький мир существует, потому что здесь есть искорка той силы. И эта искорка делится между всеми этими маленькими килим, которые каждый тащит к себе, хватает, хочет удержать. Мы раскрываем огромную мощь реальности. Мы должны только пытаться извлечь пример товарищей, взаимная отдача, общая мысль. Все это помогает каждому делать вот такие устремления. В соответствии с этим действует свет, возвращающий к источнику. Он помогает человеку, и он начинает чувствовать, да, действительно, свойство отдачи такое великое, такое мощное, такое совершенное. Все в нем существует, а не то, что в этой маленькой области этого мира. К этому надо прилагать усилия. Мы способны уже начать это чувствовать. Говорите, все понятно. А что практически мешает мне раскрыть это свойство? Что мешает? Все понятно. Попробуй выйти из себя. Как? Внутренними усилиями. Это не, я ни в коем случае не против танцев или каких-то работы на кухне, чего-то еще, но внутренние усилия важно. Способен ли я это сделать? Еще немножко, еще капельку. Попытаться понять, не пренебрегать. Что это сила, противоположная нашему миру? Мы видим, в нашем мире всегда есть две силы. Плюс, минус. Север, юг и так далее. Кроме силы получения, должна быть сила отдачи. Истинная, не то, что у нас. Сила отдачи. У них есть сила получения и сила отдачи ради получения. То есть все силы получения существуют. Но есть, кроме этого, еще сила отдачи. И получение ради отдачи. Где вот эта вторая половина реальности? Где эта половинка? Вот ее мы должны раскрыть. Попытаться. В каком-то внутреннем усилии. Еще немножко, еще чуть-чуть. Это называется тянуться к вере выше знания, в отдаче выше получения. Проверять себя. Я действительно думаю, получить или отдать. Что мне полагается? Какова цель? Какой итог?
тогда человек видит, насколько да, насколько нет. Неприятно делать такие расчеты, но чем больше стараемся их сделать, мы тем быстрее приходим к успеху, к тому, что есть у нас два понятия. Я ни на что не способен, я тряпка, ничтожество, все у меня под властью желания получать, но Творец мне это устроил. Тогда иди к мастеру, создавшему меня. Тогда ты можешь обратиться к нему и потребовать. У тебя уже вместе с этим ты раскроешь насущную важность, готовность, способность, как это сказать, право обратиться к нему. Ты способен потребовать. Это называется «победили меня сыновья мои». Туда. Хочу напомнить, что ваши вопросы также можно задавать по интернету на сайте «Доброе окружение Свиватова». У меня вопрос, я хочу вернуться к посоху и змею. Вопрос такой: насколько я могу контролировать себя в своих состояниях? Нахожусь ли я сейчас в состоянии змея, то есть работаю я со змеем или работаю я с посохом? Вот это чувственное восприятие или это я на логическом уровне могу все-таки контролировать себя? Они вот цели шоли габа. Мы находимся иногда так, всегда у нас есть разум и чувство, и надо иногда понять, иногда это делаю умственным образом, иногда чувственным. Желательно выяснять, насколько можно в обоих, но всегда это так, или то, или это, что-то больше. It seemed like it was a personal choice. However, grabbing the certain serpent, is that something that comes from the power of the group and the action of the light? Is it impossible? Is it something that's impossible to do of your own by yourself? Когда вы говорили о посохе и змеи, получается, это будто личный выбор человека. Значит, это не производится светом или группой, то есть человек сам выбирает, посох это будет или змей. Если он работает ради получения внутри группы, внутри распространения, пишет статьи для того, чтобы стать популярным, известным, дает лекции, чтобы его уважали, раскрывает курсы, чтобы заработать на этом денег, продает красные нити и прочие такие вещи. Если у него выгода от этого имеется, не направленная на духовное, духовный доход, да, я хочу заработать. Что я хочу заработать? Свойство отдачи. Это мой заработок. Если я кроме этого еще что-то хочу, это означает, что я нахожусь в свойстве змей. When you said the rod turns into a serpent. Когда ты сказал, что змея превращается в нахаш, вы говорили, что посох превращается в змея. Вы также сказали, ухватись за змея, и он вновь превратится в посох. Является ли это действие действием света, совершаемым светом? Ничто не делается светом, если человек к этому не придает правильное начало. Творец не производит никаких действий. Он, Творец, только реагирует, потому что Творец — это свет, закон, сила. Ты его должен привести в действие. Ты не можешь ждать, чтобы это просто произошло. Нет. Действие
в которых мы должны участвовать сами, они называются действиями духовными. Свет действует материально, да, продвигает все человечество к цели. Подвигает их систематически. Каждый миг действует. Но если мы говорим о работе духовной, там должно быть участие человека в разуме, в чувстве, в физическом действии. В самых разных видах должно быть его участие. Усилие, то, что называется, старание. Поэтому, конечно, все делает свет, но человек должен начать. Значит, намерение и возможность ухватиться за этого змея и превратить его в посох Верно. К свету, а сами усилия наши. Верно. Статья говорилась о том, что помимо той единственной программы желания получать ради себя, появляется другая новая программа. Вот совершенно неясно, откуда, как, с учетом того, что человек даже осознает вот эту программу, и он не может с этим смириться и стремится даже, скажем, у него есть какое-то чувство величия, вот хоть маленькое, вот, вот как эта новая программа появляется в нем? היה נאמר במאמר שפתאום מופיעה באדם עוד איזו תוכנה חדשה, מתוכנה שהוא התנהל בה ברצון לקבל עד כה, פתאום זה מתהפך ומופיעה תוכנה חדשה, לא ברור מאיפה פתאום היא צומחת, מאין היא מגיעה פתאום, פתאום מחשבות כאילו אחרות כאלה, מאיפה זה מגיע, מאיפה מגיע השינוי בתוכנה? זה מגיע. Это приходит, как бы поднимается у тебя изнутри, наружу, из твоего внутреннего содержания потихоньку раскрывается это, и вот это раскрытие называется чудо. Человек сам создает эту программу? Человек сам создает? Он не может заранее об этом ничего знать. Только когда это раскрывается, он начинает понимать и чувствовать, что с ним это происходит. Вы отметили, что самое главное это выяснение между посох и змей. Марта, что два хорошего бьютер за берор, это бен мателен нахаш. Баемца колязман. Все время почувствовать между ними, не перехожу ли я от посоха к змею. Именно вот эта работа, это 100% зависит от меня. А вода зуй. Эта работа зависит на 100% от моей работы относительно группы. Там я могу это выяснить. Где еще могу выяснить свойство отдачи мое, устремление к отдаче, действие отдачи? Где? Как? Только относительно товарищей. Поэтому от любви к творениям к любви к Творцу. Возлюби ближнего как себя, а потом возлюби Творца Всесильного. Только таким образом мы продвигаемся. Поэтому посох, змей, все эти понятия только в группе. У нас больше нет места для выяснения этого. Я выясняю духовный мир в моем отношении относительно группы. Для меня это как лаборатория. Там я все это делаю в момент. Когда я готов, раскрываются во мне новые отношения к товарищам. Я из этих новых отношений с товарищами начинаю понимать, что тут происходит с Творцом. Творец как бы изнутри, как обосновывает, и эти вещи начинают раскрываться. Если я начинаю чувствовать отношение отдачи моей к ближнему,
внутри этого отношения, я начинаю чувствовать, что там находится Творец. Я его еще не точно чувствую, но уже есть некое отношение к нему. Как бы что-то от тебя далеко находится, и ты иногда с ним находишься в связи не по телефону, а по почте. Ты слыхал, что это существует, что-то такое, но на тебя он действует. Ты уже начинаешь искать, как ты можешь привлечь его, попросить его устроить это действие. Но все это внутри твоего отношения к группе. Мы видим из дарования Торы только в момент, когда все согласны быть объединенными в единое сердце, соглашаются, еще не готовы к этому вроде бы, но в общем согласны, то тогда, только тогда получают эту методику. В чем методика? Методика в объединении. Приобрести место для раскрытия Творца. Поэтому все эти различия между посохом и змеем только в группе. Мы сейчас желаем именно это здесь выяснить в нашем состоянии. Это анализ все время, да? И от меня зависит все время делать выяснение, с кем я, за что я держусь, за посох или за змея. Спасибо. Я вот утром записал на уроке, как я это услышал, вот совет от вас, что вот главное, что нам нужно на конгрессе, это раскрыть общую отдачу между нами как высший источник, когда кроме как когда кроме как проникнуться другими, мне больше ничего не нужно. Потому что кроме точки в сердце у меня ничего не имеет отношения к духовному. Если я ее нахожу, вопреки всему противодействию всех эгоистических свойств, вопреки точке в сердце, они с помощью нее хотят нажиться, а я хочу вытащить ее наружу из всех моих желаний и с ней находиться внутри товарищей, да? То вот сегодня утром я точно знал, что нужно делать. Запрещено тебе к этому возвращаться. Запрещено думать о том, что ты знал утром. Пропало у тебя, и ты должен двигаться к следующему состоянию. Вообще не думать о прошлом. Нет такого. О чем я думал, что я чувствовал? Нет, запрещено. Это как жена Лота. Духовная работа такая. Это духовная все-таки работа, но это называется жена Лота. Нет возврата. Возврат — это уже клипа, нечистая сила. Я хочу вернуться, отдавать, как тогда. Тогда я был вот так и вот так. Это все клипот. У нас еще почти сутки до того, как официально откроется конгресс. Я хочу попросить вас, чтобы вы нас как-то направили. Вот у нас будет много действий, будут какие-то подготовки, работы, семинары, какие-то объединительные действия. Что нужно делать конкретно? Как мне думать? Что, в чем себя направлять? До утреннего урока у тебя почти 10 часов, и ты можешь все время думать о выяснении между посохом и змеем. Если ты заботишься о том, чем наполнить эти часы, тебе есть что делать. Договорились? Удачи!
продолжим. Что у нас из интернета? Из интернета. Есть, но у нас была тут проблема с электричеством. Чуть позже. Хорошо. Сейчас, помимо того, что собрались здесь люди, во всем мире собираются группы. Я знаю, что в Красноярске собирается весь сибирский регион. לצד זה שהתאספו כאן אנשים, מתאספים אנשים גם בכל רחבי העולם. אני יודע שלמשל בקרסנויארסק כל אזור סיביר מתאסף. Там происходит такой зеркальный конгресс. Шам кенес мара. И все объединены с одной целью. И наши женщины, они собираются тоже отдельно, как вы рекомендовали, для того, чтобы поддержать мужчин. וגם אנשים מתאספות בנפרד כמו שהם לנצת כדי לתמוך בגברים. Что мы можем потребовать от себя и потребовать от них? Мы אפשר לדרוש מעצמנו ומהם. Для того, чтобы вот на этой вот нашей главной точке единства создать вот то, о чем мы все время говорим. כדי ליצור בנקודת הייחוד הזאת המשותפת את מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן. שמע. Послушай. Мы уже говорим о том, что мы должны реализовать. О чем мы сейчас говорили? Каким образом человек выходит вовне из себя и начинает чувствовать то, что находится вне его. Это духовное. Это называется духовное рождение. Выход из Египта называется рождение. Отрыв от эгоизма. И человек выходит из желания получать своего в отдачу, в желание отдачи. Это и называется рождение. Мы уже говорим об этом. Я не очень понимаю, что вы спрашиваете. Что делать? Я сказал, какое выяснение. Вот это выяснение между посохом и змеем. Какое у меня намерение? Как я его выясняю? Что все это во благо. Я не отчаиваюсь, что я оставляю путь. Потому что и змей — это часть посоха. И посох наверняка превратится в змея. Чтобы я через змея снова продвинулся, крепче ухватился за посох. И вот так продвигаемся. Мы говорили о выяснении, очень важном. Вы можете вернуться, выставлено и в Сиватова, и в Архионе все это будет выставлено немедленно. Мы это видим. С вами мы находимся тут, видим весь мир. Кто сейчас не может увидеть, спит сейчас, не может слушать урок, послушает другое время. Все знают, где находятся наши источники, где наш архив. Надо быть вместе. Женщины провели прекрасный конгресс. Они вложили в это столько сил, просто огромные силы. У нас в этом от них есть такая помощь, подобной которой не было. Они просто никогда к нашему конгрессу так не относились, как будто это их конгресс. Не было такого. А сейчас мы чувствуем, что они находятся здесь всем сердцем и душой. Так они чувствуют. И вот так. И относительно тех, кто находится в Красноярске, Новосибирске, по всему миру. И все те, кто пока находится, те, кто в Израиле собираются на конгресс, но пока еще находятся дома. Очень многие женщины приехали сюда, чтобы побыть с нами эти дни. Ну, пусть не здесь, в нашем центре хотят быть. Мы здесь, они хотят быть там хотя бы, поддержать оттуда. Я спросил, и мне так ответили. Я вижу, очень многие остались. Без мужчин, хотят продолжить женский свой конгресс. Они там будут все эти дни сами, без нас. У нас есть очень большая помощь. Надо очень высоко это ценить. Я почувствовал такие силы, такую готовность, преданность нет равной. Я никогда не чувствовал такой помощи от женщин. Это для меня было большим открытием, новизной, очень важной. Итак,
мы уже находимся на нашем конгрессе. Посмотри, сколько здесь уже находится людей. И мы уже говорим о духовной работе. То есть в чем проблема? Мы уже начинаем объединяться. Мы не хотим ждать. Мы уже находимся в работе. Я не чувствую, в чем разница между тем, что есть сегодня, или еще 1000 человек приедет. Сегодня сколько? 300 человек? 400? 400 человек. Но приедет еще 1000. Ну что? Только из-за этого? Ну, они и так с нами. Пусть не физически. Мы уже сейчас должны приложить усилия, стать единым, чтобы каждый вышел вовне из себя и прорвать из своего эгоизма наружу, выплеснуть, выкинуть себя наружу к братьям, ко всем товарищам, ко всему общему этому желанию отдачи. Немедленно. Если он это вот так делает, он раскрывает, что все исправлены. Нету таких, как голубь, сказал Миша, которые спорят, не понимают, что происходит, запутались. Каждый, кто делает усилия, он выходит из себя и раскрывает исправленную группу, как Раби Йоси бен Кисма раскрывает, что все исправлен. Только он был не исправлен, потому что говорится только об одной душе, которая существует. Тогда он раскрывает, что все те, кого он так видел, он видел проекцию своих неисправных свойств и раскрывает, что все исправлено. Никто тебе не мешает, ты не должен ждать эту 1000 человек. Делай сейчас. Даже двое, если находятся в мире и работают между собой, этого достаточно для выхода из себя. Ты понимаешь? Давайте сделаем усилия взаимно, поддержим друг друга и гарантируем, чтобы каждый смог спасти себя от змея. Ну, я не знаю, что еще добавить. В наших словах это получается. Конечно, ты через миг начнешь заново и снова, и опять. Итак, еще один, и все. Я не смогу больше завтра говорить. Вопрос по поводу впечатления товарищами. Как только я попал сюда 24 часа назад, я увидел очень много действительно великих товарищей, героев в моих глазах. Я чувствую себя очень маленьким рядом с ними. Это хорошее ощущение, но немножко неудобное. Создает дискомфорт. Быть под таким впечатлением товарищей, является ли это той самой скромностью, которая говорится? Скромностью? Ну, низменностью, которая говорится в статье. Это очень хорошо, быть воодушевлением от товарищей, насколько они готовы, насколько все делают. Я воодушевляюсь от двух вещей. От того, насколько они сами к этому тянутся, и воодушевляюсь от того, насколько Творец приводит их в действие, и поэтому они нуждаются в этом. Это не одно не уменьшает другое, не стирает одно другое. Я хочу научиться. Хочу завидовать тому, что они тянутся друг к другу с легкостью. Мне кажется, что с легкостью. Не с легкостью, а в хорошем, добром устремлении. Хочу завидовать тому, почему Творец делает им это, а мне нет. И тогда у меня есть
претензия. Я хочу, чтобы он и мне помог так сделать, потому что я тяжелый, я не способен. У меня есть разные расчеты. А они вот так делают. Но здесь я останавливаю себя и думаю, ну хорошо, я проделал этот расчет. Что этот расчет успокоил меня? Я могу остаться с этим расчетом и ничего не делать? Или все-таки после того, как я расчет проделал, нахожу в себе немножко больше сил и все-таки включаюсь в них и так далее? Пытайтесь, старайтесь. Главное давить вперед, как дети. Из этого придет разум, выяснение. Это работа, работа во внутренней психологии обычного человека. Вы увидите, насколько вы сложнее и сложнее становитесь. Будет у вас там что раскрыть. Итак, друзья, пойдем отдохнуть. Попрощаемся со всеми нашими товарищами, друзьями и подругами по всему миру. Мы с вами, вы с нами. Пока пойдем в палатках расположимся. И завтра утром снова встреча. Во сколько? Без четверти семь. По израильскому времени, по времени пустыни, говорит Рав, будет подготовка к уроку, беседе, уроку. И все по расписанию, которое стоит в Свиватова. Хорошей ночи, хороших намерений всем. Ну и песня, может быть, все-таки. Let your heart speak, let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. So good to be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to
together.